Теперь давайте рассмотрим куртку подробнее. Капюшон с защитной внутренней планкой для защиты от ветра. Внутри подкладка гладкий полиэстер. Капюшон отстегивается. Вот здесь он пристегнут с помощью липучки. Потом кнопка. Когда отстегнете, кнопки можно спрятать вот такой вот кармашек. Манжеты на липучке. Вот так вот. Расстегивается, регулируется. И резинка еще есть. Внутри подкладка гладкий полиэстер. Молния с защитной планкой на кнопках и липучках. Два кармана на молнии. Внутри флис. А с другой стороны полиэстер. Что немаловажно. Шучу. Молния. Защитный план, как я уже сказала, на кнопках или липучках. Защита подбородка от защемления. Вот она. Флис на внутренней стороне воротника. Подкладка гладкий полиэстер в теле и в рукавах. Значит, снежная юбка, которая вот так вот пристегивается, если вы не хотите ее застегивать. Или не хотите, чтобы она болталась, когда куртка расстегнута. В рабочем состоянии вот так она застегивается. Нижний край куртки тоже можно утянуть с помощью резинки с фиксатором. И есть еще внутренний карман сетчатый. Сзади можно смотреть, что капюшон регулируется по объему с помощью липучки, отстегивается. Крой рукава классический и светоотражающий эмблема Айспик внизу. Вот, пожалуй, и все. Спасибо за внимание.